Конгресса на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков в Конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов президентских выборов. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протеста в Вашингтоне погибли 4 человека. Кроме того, телеканал CNN сообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер распорядилась ввести комендантский час.